Итак, встречаем бойца синего угла. Весовой категории 66 килограмм, рост 78 сантиметров, ему 22 года. Мастер спорта по УШУ, двукратный чемпион Кыргызской республики по УШУ Санда, двукратный чемпион Кыргызской республики по кикбоксингу. Встречаем боец из команды «Атаман», тренер Кылыч Саркарбаев. Эшмамакулу Дженишбе! Его соперник – боец из Узбекистана, чемпион Узбекистана по ММА. Встречаем Шарафетдинов Отабек! Бойцы на середину. Первый раунд. Синий угол, красный угол, по два секунданта. Второе предупреждение, минус балл. В первом раунде за 24 секунды победа одержал Эшмамакулу Чи!